Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами Cubot X19S, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве изменить соотношение сторон в камере. Сейчас я себе камеру перетащу сюда на главный экран, чтобы было поудобнее. И давайте же это сделаем. Для этого мы открываем саму камеру, и в камере нам нужно нажать в левом верхнем углу на режимы. Дальше нажимаем вот здесь вот на шестеренку и попадаем в настройки камеры, где мы видим пункт размер фото. Здесь у нас есть, во-первых, качество фотографий по левой стороне в мегапикселях, а справа в скобочках у нас есть соотношение сторон. Мы можем выбрать любое, какое захотим. К примеру, я оставлю по стандарту, мне такое, в принципе, больше всего и нравится. А мы на этом будем заканчивать. Больше видеороликов про данное устройство найдете у нас на канале, так что подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!